Короче, соль в чем? Соль в чем, да. Есть несколько карт. То есть, несмотря на то, что обычно в мобе одна карта, тут есть несколько карт. На каждой карте есть, кроме того, что ты должен разрушить базу противника, есть какой-то мини-квест. Кроме этого мини-квеста есть нейтральные как бы лагеря всяких существ, которых ты завоевываешь, и они дерутся за тебя. Ну, тут все достаточно просто. И, соответственно, то есть вот первая механика – это обычная дотовская механика, вторая механика – это нейтральные лагеря.